Телеканал КРТ представляє. Я от розумію, от хочу зрозуміти логіку. Якщо от я б за кордоном контролював прокуратуру в якійсь іншій країні, в чому суть цього впливу? Їм важливо не тільки давати можливість тим, хто виконує їх волю, як президент Порошенко, да? Угу. Щоб він залишився безнаказаним в силу того, що творилось при ньому і їм. А щоб получали они информацию и могли еще больше ими, как марионетки, управлять. Ведь наличие негативной информации, а она может поступить только от таких структур, как НАБУ, как Генеральная прокуратура, как другие мощные ведомства, угу. Вот это и дает им возможность, вернее, желание у них насадить всюду туда, расставить своих людей. Они выполняют их волю, не привлекая тех, кого надо привлечь, и давая возможность им делать то, что они хотят, а кроме того, они получают постоянную информацию. Почему сегодня НАБУ лоббируется закон о принятии, дать им возможность прослушивать? Но мы знаем, что в государстве есть орган, СБУ, который по обращению всех остальных правоохранительных структур ведет эту работу. И этого вполне достаточно. Если бы они были перегружены, они же не перегружены, они реально имеют возможность это делать. Но нет. Им надо, чтобы это делал тот, кто будет им давать информацию. И мы видим, что это так и есть. И мы понимаем, что это так и есть. И я уже сегодня говорил, что мы себя не уважаем. И не уважает себя и президент, который идет с одними лозунгами, когда президентские выборы, и резко меняет крен, когда он уже становится президентом, потому что он начинает попадать под это влияние, и его задавливает тем, что не предоставляет кредиты, тем, что мешает там что-то реализовать в каком-то направлении и так далее. И все время насаждает. Назначь туда рябошапку, туда назначь того, туда назначь третьего и так далее, и так далее. Но я когда говорил, и вы же задавали вопрос о реформах прокуратуры, я сказал, что это профанация. Но это не мое выражение. Это выражение вот тех профессионалов, которые работали в Генеральной прокуратуре и сегодня занимаются активно деятельностью, которая направлена на то, чтобы что-то изменить. Что в связи с тем, что так произошло, десятки тысяч, я уже повторюсь, справ на сегодняшний день не рассматривается. Даже Венедиктова, когда была руководителем ДБР, она обращалась к Рябошапке и говорила: прими меры тому, что тысячу с лишним криминальных проваджень не имеют процессуальных руководителей в связи с тем, что вы проводите аттестацию, всех поувольняли, новых не приняли и так далее, и так далее. Ну а самое страшное вот это... Позорный закон был, когда принят в Верховной Раде, о том, что лицо без высшего юридического образования имеет право быть генеральным прокурором. Вы представляете, ну, это дикость. Какие чувства испытали все те прокуроры, я говорил, которые десятилетиями работали в этой системе, делали карьерный рост своим умом для того, чтобы чего-то достичь. Стать районным прокурором. Ведь сегодня есть районы, я когда работал, районные прокуроры настолько высокоуважаемые люди, настолько профессиональные, что его можно сегодня ставить генеральным прокурором. Но он бы не был назначен. Почему? Потому что нет карьерной лестницы. Но сегодня просто юрист, даже адвокат, имеет право пойти на конкурс. Главное, чтобы он прошел доброчестно. Вот. Чтобы он был голый, босый. Первая запись трудовой книжки – сотрудник Генеральной прокуратуры. Не-не, перша – это фонд відродження Сороса, а друга – это уже сотрудник Генеральной прокуратуры. Все, вот тогда он пройдет, он будет назначен. И на сегодняшний день в связи с тем, что вот эта вакханалия продолжает существовать, нет. И потом для меня объяснимо, почему не 220 тысяч привлечено за год к уголовной ответственности, а 110 тысяч. Так кто их будет привлекать? Да сегодня преступники, они всегда шли впереди правоохранительной системы, а правоохранительная система реагировала. Потому что деликт появлялся сначала, а вот, правонарушение, а потом уже оно квалифицируется как преступление или правонарушение какое-то, а не наоборот.